Молодец, хорошая собака. Хороших собак в одном зале собралось 200. И каждая по-своему хороша. Выставка – событие нечастое. Всего 2 раза в год магаданские клубы проводят оценку животных. Событие, которое объединяет до 60 пород. Готовятся задолго до старта. Начинают с поиска помещения. Не хотят собак пускать, потому что это грязное, что это аллергия, шерсть и так далее. Искали, конечно, очень долго, ну, где-то вот полугода. В этот раз приютил торговый склад одного из крупных магазинов. Здесь 8 часов шла битва за возможность стать чемпионом. Для этого собрать нужно не меньше 6 титулов. Животные, которые стали чемпионами, обладают более высокой племенной ценностью. В зале чувствуется волнение. Гай Юлий Цезарь – самая крупная собака выставки. Не новичок, но и ему требуется поддержка. Тем более, что оценку дают эксперты из Москвы и Хабаровска. Мускулатура недостаточно развита. Эксперты отмечают, что часто собаку подводит хозяин. Чтобы питомец смог занять достойное место, мало хорошо слаженной собаки. Важно правильно ее подготовить к конкурсу. Конечно, страдает показ на выставке. Даже если очень хорошая породная собака, не всегда показывает себя с лучшей стороны. И снова проблема упирается в отсутствие помещения, где можно было бы открыть школу хороших манер для питомцев и заводчиков собак. Однако магданские клубы все же имеют сильных представителей в таких породах, как овчарка, шпицы, чихуахуа, хаски. Они обладают не только статью, но и манерами. Спокойный очень. Смотрю на остальных собак, все какие-то суетные, а этот такой спокойный. Есть и редкие породы, которых в области 1-2 представителя, например, командор. Собачник со стажем, у меня вот эти вот проблемы с вычесыванием собак, ну это просто безумие. Я очень хорошо отношусь ко всем породам. За 8 часов несколько десятков собак разных пород были отмечены титулами. Но лучшими из всех участников конкурса назвали дога, который волновался в начале турнира, и хаски.